Всем привет! Это Tip-Top TV, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. И сегодня мы с вами приготовим очень интересную пиццу, которая называется «Солнышко». Ее можно еще назвать просто открытым пирогом. А готовить мы ее будем вот на такой фикс-прайсовской форме. Ее я покупала зимой. Может быть, в некоторых магазинах она еще осталась, а может быть, кто-то уже успел себе такую прикупить. Вот такая плоская форма, специально для пирогов и для пицц. А для пиццы «Солнышко» нам понадобится 3 стакана муки, 30 грамм или свежих дрожжей, или я возьму 1/3 такого пакетика сухих, быстродействующих дрожжей. Здесь 11 грамм, я возьму 1/3. Затем 2 столовых ложки оливкового масла, extra virgin, нерафинированного. Если у вас есть только растительное масло, используйте, конечно же, просто растительное масло. Затем 3 столовых ложки молока, 1 чайная ложка соли, щепотка сахара и стакан воды. Это нам понадобится для теста. Затем для начинки 250 грамм шейки или вареной ветчины, или карбоната. Все, что у вас есть в холодильнике. Затем сыр 250 грамм, желательно, конечно, моцареллы, но если этого сорта сыра у вас нет, берите просто сыр мягких сортов. Для соуса нам понадобится 300 миллилитров протертых помидоров. Также вы можете взять просто свежие томаты, мелко нарезать. Я использую обычно вот такие протертые томаты, когда нет времени. Очень удобно использовать вот такие баночки. Растительное масло или оливковое тоже, но теперь уже рафинированное, потому что мы будем обжаривать, тушить. 2 столовых ложки, 1 зубчик чеснока и 1 чайную ложку сушеного орегано. Если у вас нет отдельно орегано, используйте просто щепотку прованских трав. Для замешивания теста я буду использовать вот такой силиконовый мешок. Если у вас нет такого силиконового мешка, можно, конечно же, замешивать тесто в миске и потом обязательно накрывайте ее, чтобы тесто не заветрилось. Ссылку на этот силиконовый мешок, если он вас заинтересовал, я оставлю в описании к этому видео. Вы можете пройти, посмотреть и цены, где продается. Если у вас свежие дрожжи, то делайте то же самое, что и я. Повторяйте за мной. Я буду использовать вот такие быстродействующие дрожжи. 1/3 пакетика, потому что здесь слишком много. У нас всего 3 стакана муки. Тоже добавляю сюда для того, чтобы их активировать. Хоть там и написано, что добавлять в муку прямиком, но я уже так делала. Дрожжи остаются прямо в муке такими сухими крошками, даже уже в готовом изделии. Поэтому мне это совершенно не нравилось, и я стала вот так их активировать в теплом молочке. И сюда же добавляем вот эту щепотку сахара. Вот, пусть они постоят несколько минут. Добавляем в мешок муку. Если нет мешка, конечно же, добавляйте все это в миску, в которой вы обычно замешиваете тесто. Значит, добавляем 3 стакана муки. Затем сюда же добавляем масло оливковое, соль, дрожжи. Вот они у меня постояли. Посмотрите, как хорошо, видите, соединились с молочком и с сахаром. И сюда все это добавляем. И воду. Теперь я просто закрываю мешок, вот завязываю, специально здесь есть клипсы, и немножечко помешаю тесто, чтобы оно стало однородным. Вот посмотрите, как у меня хорошо вымесилось тесто. Оно даже отстает от стенок этого мешка. И самое главное, руки я совершенно не испачкала. И тесту не обязательно было на этом этапе почувствовать тепло моих рук, потому что это как бы грязный этап, первоначальный. Еще тесто должно подойти, а уж потом его, естественно, будем вымешивать руками, присыпать мукой, чтобы оно не липло. Это еще все впереди. А вот на таком этапе первоначальном как раз этот мешок просто спасение. Если вы замешивали все это в миске, накройте полотенчиком и уберите в теплое место минут на 30-40, для того, чтобы тесто успело подняться. Я же прямо в этом мешке просто кладу в теплую воду. Вот, и тесто там будет постепенно доходить до нужной кондиции. А мы пока займемся соусом и начинкой. Чеснок нам нужно очистить
и пропустить его через пресс, через чеснокодавилку. Если у вас свежие томаты, то вы их просто мелко нарежьте. А у меня будут томаты вот такие уже готовые, вот измельченные, протертые, вот похожие на томатную пасту. Состав: протертая мякоть томатов, и все. Разогреваем оливковое или растительное масло в сотейнике или в сковородочке в глубокой. И немножко обжарим чеснок. Сюда же выкладываем томаты. Немножечко мы протушим. Сюда же мы добавим щепотку тоже сахара и немножко соли. Конечно же, базилик. Или сушеный, или свежий, только мелко нарезанный. Вот таким образом нужно потушить минут 10-20 до загустения соуса. Смотрите, конечно же, чтобы не подгорело, сделайте медленный огонь и вот так потихонечку томите. Мы нарежем ветчину, или вот в данном случае у меня шейка свиная, на кусочки. Я уберу вот эту корочку, она такая жесткая. Вот смотрите, тесто немножечко поднялось, подошло, вот оно прям видно. Всыпаем стол мукой и достаем тесто. Сейчас я вам покажу, как оно очень хорошо вынимается отсюда. Просто выворачиваем вот так вот, как чулок, и все. Вот видите как. Если какие-то тут остаточки прилипли, просто кусочком теста они снимаются, все как пластилин. Вот так. И моем под холодной водой этот мешок. Очень удобное изобретение. Немножечко вымешиваем, теперь вот уже руками. Тесто теплое, мягкое, приятное, податливое. И раскатываем в круг и перенесем потом на вот эту вот форму для пиццы. Ну вот, получился у нас такой круг. Померяем размер. Да, видите, тесто даже больше получилось. Немножечко присыпем с этой стороны. Переносим вот этой посыпанной стороной на форму. Также это тесто вы можете использовать для сосисок в тесте. Тоже раскатать полосочками и обернуть сосиски и выпекать в духовке. Мы берем блюдечко или, может быть, маленькую крышку, что угодно. И вот так вот устанавливаем в центр. И убираем. Вот видите, у нас отпечаталось. Теперь берем нож для пиццы и разрезаем. Так вот. Пополам, потом еще раз посерединке, вот под углом 90 градусов. Почему нож от пиццы удобнее? А потому что вы таким ножом не прорежете, не поцарапаете форму с антипригарным покрытием. Потому что этот нож просто вот так вот прокатывается, и все, он не скребет по поверхности, как сделал бы обычный нож. Вот так у нас получилось. Теперь выкладываем ветчину, порезанную мелко. Вот так вот. Посыпаем сыром. Можно еще, конечно же, сверху посыпать и пармезаном тертым. Теперь смотрите, мы берем вот эти вот лепестки и аккуратненько загибаем.
Вот так. И защипываем. Но защипываем и еще вот так подворачиваем, чтобы у нас лепестки потом обратно не раскрылись. Вот так вот. Прищипываем и немножечко подворачиваем. То есть делайте покрепче защип. Вот так вот. Аккуратно. И получается очень красивое такое солнышко. А пицца вот в таком необычном облачении, в такой необычной форме. Пока пицца солнышко выпекается в духовке, я из остаточков вот такую вот сделала еще маленькую пиццу. И, кстати, использовала тоже противень такой для пиццы, но его я покупала в метре. Ну вот такая чудо-пицца у нас получилась в виде солнышка. Видите, она довольно-таки толстая. Для тех, кто любит много теста и корочку хрустящую, это как раз для вас. Как видите, тесто пропеклось, корочка хрустящее, очень вкусное и нежное тесто. Посмотрите, расплавленный сыр, все поджаренное, очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить эту пиццу. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Если это видео было вам полезно или интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если так случилось, что вы еще не подписаны. Всем пока и оставайтесь со мной. И еще у меня тут готовится бонус, маленькая пицца из остаточков. Всем приятного аппетита и прекрасного вечера!